что такое взмах для меня, для моего ребенка, для моих детей и для моей семьи. Я думаю, что это не просто школа, это в какой-то степени даже второй дом, потому что это то место, в которое мой непростой, как мне кажется, ребенок старший бежит с удовольствием, а младший в припрыжку. Это место, где не просто дают знания, но еще и некую среду для формирования личности. Потому что среда, отношения в этой среде, внутри коллектива – это очень важно. Взмах видит в ребенке личность, как мне кажется, в первую очередь. Все дети очень разные, и они сливаются в единый коллектив, который настолько многообразен и интересен именно во взмахе, что, знакомясь с каждым, понимаешь, это ребенок, который действительно личность, и это ценится здесь, в этом месте. Хочется отметить, что очень нравится наличие колледжа при школе, когда малыши, пропитываясь этой средой, атмосферой, английскими уроками и прочим, плавно переходят в школу и тем же коллективом продолжают обучение в той же самой атмосфере, к которой они привыкли. Английский театр – это отдельная вещь, о которой хочется дать обратную связь. Это потрясающий проект, который, наверное, уникален в своем роде, который развивает массу различных талантов у детей. Причем радует то, что в нем участвуют абсолютно все ученики каждого класса. И это уникальный проект. Если сравнивать взмах с обычной школой, назову так, с обычной школой, то сразу приходит на ум такая фраза, что наша школа российская учит терпеть, а не учиться. Так вот, взмах, он не просто учит учиться, но еще он учит любить учиться детей, что намного важнее, на мой взгляд. Здравствуйте. Я бабушка ученика первого класса Баранова Андрея. Мы очень долго выбирали школу и потом пришли к решению пойти в школу взмах. Первый день, когда был день первоклассника, мы уже поняли, что мы правильное решение приняли. Наш ребенок с удовольствием ходит в школу. Ни одного дня вот за целый год он не сказал, что ему не хочется идти в школу. Отношение к детям прежде всего, конечно. Чувствуется, что все душой болеют за детей. Кураторы очень внимательные. У нас мальчик, который, он, в общем-то, такой, ему нужно привыкнуть. Но он с первого дня буквально нашел общий язык и с преподавателями, и с детьми. Нам очень нравится, что предметная система в этой школе, это тоже очень важно. Послеурочные вот эти, внеурочные вот, кружки замечательные, по всем интересам. То есть хотим везде быть и все попробовать, но времени не хватает. Потом, конечно же, замечательные творческие вот эти вот программы, игры творческие. И беседка поэтическая, и подготовка ко всем праздникам. Настолько ответственно это все, так интересно. Дети вовлечены в процесс, и поэтому, в общем-то, только положительные эмоции. В общем-то, мы очень рады. Как мы выбрали эту школу? Мы сюда пришли на экскурсию, и очень подкупила атмосфера этой школы, что дети здесь очень расслабленные, очень спокойные, в постоянной коммуникации со взрослыми. Очень было, это заметно было по детям, и как они общаются с учителями. Что ребенок может подойти абсолютно к любому учителю и увидеть доброе к себе отношение и ответ какой-то получить. Мы пришли сюда, значит, на подготовительные также занятия ходили, и ребенку очень нравилось и сами занятия, и отношение к себе. Было очень много всяких психологических игротренингов, чтобы они не уставали. И сейчас также мне ребенок это и рассказывает, ну и в целом я это вижу и в чатах, потому что постоянно есть обратная связь, что проходят всякие разные дополнительные занятия, что очень нравится, игротренинги, всякие психологические игры.
и которые сплочают детей и учат их взаимодействовать и между собой, и с учителями тоже. Вот в целом такие плюсы мне очень импонируют в этой школе, и надеюсь, что и дальше как бы, мы будем здесь продолжать учиться. Я очень люблю свою школу, и я здесь с самого детства, я здесь раньше был сад, я с самого детства был в этом саду. Я не хочу уходить летом из школы, на недельку останусь здесь, потому что здесь я буду в лагере. Я очень люблю эту школу «Взмах».